Главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Дэвид Немировский показал молодежи хоккей высшего уровня. Он провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы, которые в будущем могут пополнить ряды команды. В хоккее играют настоящие мужчины. И начинают они это делать в раннем возрасте, чтобы затем добиться больших спортивных высот. Вот и воспитанники из Дюшор «Торпедо» оттачивают свое мастерство с малых лет под чутким руководством тренеров. Но мастер-класс от своего кумира, наставника первой команды «Торпедо» – событие для этих ребят особенное. Все должны быть готовы линии, да? Все, сразу все готовят шайбу. Главный тренер первой команды Дэвид Немировский лично пришел поделиться опытом с молодежью. Многие из этих ребят в будущем могут пополнить ряды профессионального клуба «Торпедо», поэтому и спрос с молодых игроков самый серьезный. В упражнения были добавлены более сложные моменты. Дэвид Немировский нам показал, как надо правильно тренироваться и указал наши ошибки. Любой совет от такого профессионала для этих мальчишек ценен и важен, и каждый должен сделать из тренировки правильные выводы. Общая рекомендация для всех – прибавить в скорости, силе и точности бросков. Своими выводами поделился и сам наставник. Видно, что каждую минуту они лучше становятся, может, они чуть расслабились и играют там, как они обычно. Что приятно смотреть, видно, что желание есть, самое главное. И самый важный совет от главного тренера. Никто тебе хоккеист не сделает, ты только сам себе делаешь хоккеист. А для того, чтобы стать успешным хоккеистом, нужно много работать и на каждой тренировке становиться лучше. Возможно, эти советы главного тренера воспитанники из Дюшор «Торпедо» будут вспоминать всю жизнь, в том числе и играя уже в именитых клубах.